Итак, мы говорим о обычном, ну, для многих бойцов перемещении. Поворот пятки, то, что мы рассматривали, вот это действие. Ключевым является что? Мы не поднимаем ногу, а потом шагаем. Если разделять на части, мы сразу пригружаем ногу и потом ее поднимаем. Таким образом, мы упадем в сторону, нужную нам. Мы не шагнем, потому что если я загружу сначала раз, два, три, это будет дольше, в отличие от, когда я загрузил ногу. И вот отсюда уже и пойдет, соответственно, работа. То есть, бам, в одну сторону, соответственно, то же самое, в другую сторону. Это как с пистолетом, так и с ударом. То есть, то же самое, когда противник находится, летит на меня, бум. Удар либо сюда, удар сюда. Возможность рассматривать это как наработка в движении. То есть, первое, я спокойно иду, в какой-то момент я делаю падение шаговое в сторону. В одну, другую. Это раз. Второе, мы идем, бам, и продолжили движение. В одну сторону. Во вторую сторону. Представляем, что на нас кто-то движется, мы его проваливаем. И, соответственно, следующим вариантом мы вставляем либо пистолет, либо нож. То есть мы движемся. Бам. Кнопка, кнопка, не привык я к кнопке. Движемся, движемся, бам. Провалились, пошли дальше. Это все нарабатывать потихоньку в динамике. То же самое мы можем рассмотреть при работе с ножом. То есть я иду, бам, и продолжили движение в одну сторону, в другую сторону. Ключевые, еще раз напомню, поворот пятки, падение на ногу. И потом это все в движении с восстановлением движения вперед.